Всем привет, с вами Скорпион, мы продолжаем серию спонтанчиков по Сурвариуму. Играть будем на 9-10 уровне боев, 9 уровень снаряжения по АКМу, то есть калаш с боеприпасами другими, то есть вторыми, то есть 9 левела, как-то так. Буду играть в составе отряда, это что за звуки, блядь? Будем играть со стамеской. О, клан... Блин, как это правильно произносится? Это Амрндх. Вообще непроизносимо название. Так, и что-то где-то его еще носит. Носят черти. Так, 3 точки заряда. Погнали. Похуй, кто там у нас во врагах. Нам вообще насрать. Будем смотреть в лица только когда нагнем. Так, я видел уже здесь товарищ, по-моему, забежали сюда. Вот, как я и говорил. Вот там у нас, значит, арт. Туда-сюда. Что у нас тут? Что тут такое? Вау! Да где вы? Тут никто. Один труп, блядь, есть. Погнали сюда нахер, блядь. Вот, может быть, здесь что-то у нас. Да, тут у нас бата есть. Давайте попробуем с ней съебаться как можно дальше. О, отлично. Уработал. Прекрасно. Еще бы он не уработал. Смотрите, тоже как-то это сразу в нагибочку. Что, реально что ли так спасает или что? Это что такое было, блядь, сейчас? Над духом прям жахнул. Так, свои. Отлично. Батареюшку надо принести, говорят. Ну, надо, так принесут, хули. Я сейчас еще раз туда наведаемся. Смотрите-ка. Пиздец, как фартит. Фартит, ёбаный в рот. Так, а вот сейчас вот мне бы, блядь, не фартануло здесь на кого-нибудь нарваться. Вроде бы никого не видно. О, нормально там вообще, блядь. Так. Опять одни трупы. Я что-то врага вообще не вижу. Какой-то он нахуй невидимый тут, блядь. По-моему, артефакт разглядел. Так, уёбываем. Нормально. Так, надо сейчас на дозаправочку, а то мальцуха экранчик начинает поёбывать. Контрастность меняется. Так. Я себе тут стреляю, блядь. Так, ну сейчас надо пиздовать сюда. Держаться, по крайней мере, ближе. Где там место-то заряда? Внизу, вверху, блядь. Вверху. О, не, внизу, нормально. И сейчас будет надпись. Заебательская, что. Ага. Иду. Иду. А-а-а, сука. А, нет, вон, все правильно. Я думал, все, объебался. Сука, что?
Что тут за хуйня, что за катакомбы? Так, сзади хвост. Это, наверное, я так понимаю, все сурики, блядь. Ага. А туда-то выбежать, эй, ёптать. Хуярки, хуярки его уже. Во, ребята. Хуя у вас тут. Блядь, и прошил ведь. Нихуя себе, пули летели. Вообще так эпично. Знаете, это в слоумо надо нахуй так запустить еще. Вообще нормально получилось. Так, надо бы этот самый профиль поменять. О, нормально вообще наугад лупанул. И нормальный такой наугад получился. Так, кто-то здесь шарнулся. Блядь. Разошлись. С парнягой. Эу, там дальше по своей, ебаный ты в рот. Эу, да что вы, еб вашу мать, блядь. Все бы только своих нагнуть, а? Что, никого не слышно, не видно. Странно все это. Хуя это. Ой, нормально, ну заебись. Все, что не делается, делается к лучшему. Смотрите, блядь, команда соперника. О, стамеска говорит репорт. Ну за что? За то, что у чувака руки прямые. Вообще нормально. Ах ты, сука. О, капканы. На потолке, блядь, висят. Что за хуйня происходит? Так, вот эту вот сучку надо нагибать. А, все, нагнули. Смотрите, он копыта раздвинул, блядь. Да, блядь, я ж стрелял. Блядь, посмотрите, это хуета какая. А на месте одного сразу же хуякс выскакивает второй. Блядь, как я нахуй одеваю вот этот, точнее, перехожу во второй профиль, то есть батареечный. Так вот у меня начинается приключение, блядь. Так, отлично. Батареи нету. Давайте хотя бы арт попробуем собрать. Все прекрасно у нас. Все великолепно. Так, уебываем нахер отсюда. Ой, с нашей базы что-то потекло нахуй. Ща встретим. Мочи, ублюдка. Ну, дебата. Куда дели? Ушел. Бата, говоришь, заряжена. Вот, приятно слышать. Да, блять, конечно. Репорты они собрались кидать. Ну конечно. Так, давайте я маленечко все-таки на дозаправочку. И патронов маловато, и аптечки вообще нету. Ну, давайте еще раз я даже. Все отлично. Просто великолепно. Так, что-то здесь нет. Я думал, тут заметил какого-то. Какую-то нездоровую движуху. О, надо туда хуячить. Блять, ух ты, сука, а! Я крутился, вертелся, думал, где эта сучка, а? Чувак реально уебывает оттуда, а, с батой.
Тебя там сейчас будет вон хуепутало ждать. О, да тут бата. Прикольно. Ой, блядь, вот опять не прикольно то, что тут. Опять это стадо, блядь, баранов нахуй где-то. Да ты сука, а, с двух пуль, блядь. Ну, давай, мочи. Да ну нахуй, а. Ты, шлюха, не донесешь, блядь. Я тебе говорю, нахуй. Да блядь, ну сука, кто здесь бочки ебаные, блядь, расставил, что за угол не нырнуть, а? Так, хорошо, ладно. Хуй на батарею, блядь, опять что-то начал в жопу рвать за батарею какую-то. Ебало в рот, блядь. Вот, вот такой вот будило сидит. Нормально, вообще, ребята, молодцы, блядь. Ну чё, нормально, крысанул, досидел. Блядь, это-то откуда прилетело? Так, ребята, блядь, давайте-ка нахуй, блядь, с насиженных мест их хуищем провожать. Молодец, молочулька. Давайте там следующего. Где тут красавица, не? Так, глянем вообще на баты. Тут ведь у нас... А, сука, а? Крыса ебучая. Нет, чтоб забирать батареи или что? Нет, они будут крысить. Короче, понесли. Так, что здесь за хуйня опять? Два раза, охуеть. Пиздец их тут нахуй, как у себя шароебятся, блядь. А наши похуй, блядь, они как эти нахуй, как растения, блядь, сидят на базе и ничего не хотят делать. Ну чё, сука, не ожидал, да? А, вот ты-то, блядь, вообще не ожидал, что я тут сквозь стенку буду лупить, да? И ты не ждал. Да ёбана вы в рот, ребята, вообще там какие-то... Ну, сука, а? Ничего. Даже ваша крыса-тактика, блядь, не помогает. От проёбов 9-1. Нормально. Встретили. Еще одна. Дурочка. Да ну нахуй, какая тут база, блядь. Так. Пару крыс пробежала. А вы уж описывались, типа база. И погнали, блядь. И сюда им спрячем.
Так, съебнули. Ой, а где это я, да? Хуя там психопаты, блядь. Хуячат, а ведь? Ну, ёбаный в рот, конечно. Заебись бой. Мне понравился. Ой, я лучший игрок, лучший стрелок. Лучший напарник стамеска. Вообще нормально отыграли. Моё. В 18-9 даже, ребята, стало достаточно, чтобы быть лучшим игроком. То есть за счет батареи я вот набрал 354 очка за бой. И давайте посмотрим, что там за соперники, да. Ну, ребята, по рейтингу смотреть, в принципе, на 10-11, нет, 9-10, да, уровне боев, ну, я вообще смысла не вижу, так как если ты сюда идешь, то ты, ну, должен маленько себя как-то здесь чувствовать, что ты тут, в принципе, сможешь играть. Нет, ну нахуй с рейтингом в сотню и меньше играть на 10 уровне. Бегайте, нагибайте на 6, на 4. Почему нет? Я вообще не знаю. Попадают сюда очень слаженные соперники, когда действительно возникает вопрос, а я-то тут вообще каким боком, блядь, да, на 10? То есть вообще там дальше получается такая какая-то черная полоса, и ты так... с поникшим взглядом пиздуешь обратно на 6, там как-то реабилитируешься, вроде маленько в колею входишь и... Так, нормально. И продолжаешь вроде дальше подниматься потихонечку. Итак, нужно собрать баты. Давайте, раз я тут, я ломанусь в аномалию. Нормально, у них там одного не хватает, у нас собрались абсолютно все. Заебись, что... Так, замечательно, все, погнали. Кстати, приятно играть с людьми, которые, в принципе, играют лучше, да, вот товарищ Стамеска. Он действительно бывает, знаете, как-то стыдно вообще, блядь, за себя, вообще за то, как играешь, потому как, блядь, играешь, ну просто пиздец, как дно. А товарищ бывает вообще вытягивает капитально. О, нормальный артефакт. Так, хуярьте их там. Я не понял, ребята, блядь. О, нормально, отлично. Вы чё, блядь, даже не в состоянии защитить на базе? Ну ладно, хуй с вами, мне это как-то поебать. Не можете, значит, не можете. Давайте дотащим. А чё, я не помню, батареи-то там вот с того фланга вообще, блядь, не тащатся. Посмотрите, от вагонов. Вообще ж нихуя ничего. Ладно. Так, какого хуя тут какие-то замирания, отмирания, блядь, тебе. Съебись там от моих артов, а, пожалуйста. Вот ты, сука. Взял, да? О, нормально. Так, где-то здесь этот ебучий снайпер. Ну, сучка, показал свое лицо. Так, нормально. Где-то обезьяна-то тут же где-то выскакивал. Так, погнали, отнесем. О, блять, ну зачем, а? О, там была красная точка у него. Ёбаный в рот, еле-еле. Давай, нога, заживай уже.
Мочите там, мочите, ребята. Так, я сейчас не пойду, так как понимаю, что там кемпедрилы какие-то, да, и сверху, и снизу гасят. Я сейчас ее скину. Отлично, отлично, вообще. Свой парень. Блять, ребят, вы не прихуели, а? Я вообще еле пердаком шевелю. Не в том я углу. Так, там... Баты еще кто видит, нет? Вообще нихуя не вижу. Вообще ничего. Так, там уже шарится. А здесь я по-прежнему ничего не вижу. А из аномалии, значит, мы вытащили, выдернули две батареи. Спускаемся тогда, если что. Ну, нормально, еще бата. Блять. Погнали. Стамеска. Опять стамеска читер. Ебаный ты в рот, а? А чё, а вдруг, а, ребята, я с ним играю. Надо было потом посмотреть видосы. Ну, я не верю, конечно. Просто я говорю, товарищ умеет играть. Умеет нагибать. Так, я не понял, тут это... Что-то шарится, блядь, что-то ищет. Что-то вкусное нашел, блядь, и не делится. О, нормально, там кто-то вон бегет. Так, ну и тут у нас какая-то хуетень заползла. Я даже не видел, на самый верх или куда он вообще ломанулся. Блядь, чё, всё что ли? Ну и... О, прикольно так. Нормально. Так, ладно. Надо, наверное, уже постреляться. 8 минут осталось. Фрагов нихуя нет. Стамеский репорт и все обещает кинуть. Я вообще охуеваю. Ну, вот она слава, ребята. Пришла откуда не ждали. Так, нормально поперли бату. А куда он ее попёр-то, блядь? Чё там это за выкрутасы? Опа. Чё-то сюда ко мне никто не идёт.
Ух ты, блядь, и наконец-то я дождался. А где эта сука? Вообще наших прогнули. А, ладненько, 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 пошлите дальше. Фражин набивать. У меня есть целый один артефакт. Поэтому будет маленечко, малюсенько, попроще. Ну и вот эту вот сучару, которая меня сейчас нагнула сзади. Если бы вовремя сориентироваться, то можно было бы, конечно же, и выкрутиться. Нормуль. Так, ну и дальше я не хочу что-то там больше пиздов огребать. Давайте я лучше здесь огребу. Так, что-то по мою душу никто не идет. Этого, который лече, блять, ну короче, который у них самый топовый игрок, его нагнули. Может, он где-то сейчас здесь прошмыгнет? Нет, не прошмыгивает что-то. Я видел там АФКшника у них. Блять, сука. Не убить у тебя. Фу. Провоцируем. Гоняем. А, блядь, сука, а там меня сбоку сейчас смутил один товарищ, а так-то вообще нормально, он спускался аккурат ко мне. Ладно, заебись, побегали, что там тоже понахватали, 10 фрагов хотя бы добыл я в этом бою. О, смотри, там ливнули, блядь, двое, команды прям съебались, ну вообще, респект таким парням. Кто вон на малях силен, да, блядь, все, там баты нету. Ребята, все проверено. 10 раз уж перепроверено. О, нормально, хватило. Оба, нихуя себе. Опять в чем-то застрял, да ебаный ты в рот. Ну что тут наш парень так отжигает? Нормально. Захуяривают. Я вообще ту точку боюсь, блядь, думаю, ну пиздец, там вообще же выносят нахуй на раз. Хотя нет, вон ребята вообще сидят, блядь, и удачно, так скажем, сидят. Могут подолгу там засиживаться. Ой. Нас разгружает, вообще круто.
Давайте-ка я посижу тут здесь. Гляну, чё как. Ой, блядь, я думаю, там не там, сука. Там, оказывается, стоял. Так, ну ладно, чё, 12-5 сыграл, в принципе, неплохо. Скажу я вам. Осталось 1,5 минуты, соперник уже полностью сдулся, вообще неинтересно, то есть уже получается какой-то ТДМ, то есть пробегаешь, блядь, на базу противника, и только там уже начинается какое-то... Какая-то движуха. До этого нихуя ничего. Ну это уже полный пиздец, короче, это неинтересно. Тем не менее, что. Вон там кого-то нагнули. Ух ты, нихуя себе. Еще кого-то нагнули. Три, два, один. Блять, еще там фраг, а? Ну, вообще. Ну, блять, такой скучняк. О, даже в минуса пошел. А, да, действительно, нужно маленечко пошустрее работать. И смотрите, 18-1 сыграл товарищ Стамеска. Он является лучшим игроком и лучшим же напарником. А лучший стрелок у нас... кто? Под бот Мартин. Это где? А, 2 к 17, ребята. Что еще нужно для того, чтобы заслужить звание лучшего стрелка? Ну, в принципе, бред же, да? То есть это Кимпедрила, да? А, это Стозан, товарищ. Второй профиль у него просто великолепный. Так смотрите, откуда он вообще здесь? Что у него? А, нам же выпал противогаз. Нужно обязательно надеть на морду и идти нахуячивать в надежде, что здесь будет ему идти... Очки опыта больше и прочее. Ну, 2 к 17, какие нахуй там опыты, блядь? Это полный пиздец. Кошмар. Ну вот, значит, поиграли в компании со Стамеской. Поиграли с читаком. Тот еще читак. Всем спасибо за внимание. Обязательно где-нибудь как-нибудь пересечемся вместе с вами. Всем удачных боев. Пока.